Вот мы с вами упомянули сериал, да, в котором вы играли психоаналитика. Он очень камерный, потому что я просто... Поправьте меня, если я заблуждаюсь. Там строилось так, что 3 или 4 выпуска вы как психоаналитик беседуете со своими пациентами, да. А потом 4-й или 5-й вы уже приходите к своему супервизору, да. Психоаналитику. То есть это очень интересная схема, очень сложная работа, поскольку там, ну, собственно, на диалоге построена. И мне было очень интересно это смотреть. Я после этого стал и оригиналы искать, и отсматривать. А доля была маленькая. Вот доля телевизионной была значительно меньше, чем, ну, вот, мне бы, условно говоря, хотелось. Вот, ну, вот, то есть, потому что мне кажется, что эту работу должны были посмотреть. Ну, вы знаете, ее сейчас показывали по понедельникам, по-моему, на ТВ-3. С утра показывали. Да? Моя мама мне писала такие... сообщения восторженные. Потому что ночью она не могла это посмотреть. Я вот тоже. Я же восторжен, что неудачный слот был выбран, что надо было днем, на самом деле, показывать. Это не ко мне. Ой, напомните мне название сериала. «Без свидетелей». «Без свидетелей», совершенно верно, «Без свидетелей». Я к чему это подвожу? Для вас вообще важно, ну, рейтинг, сборы фильма, рейтинг телепередачи. Потому что в театре там понятна реакция, вы сразу вот это вот, вы увидели, сколько человек в зале, вы сразу взяли вот это, отдали что-то и пошли домой. А вот здесь, когда вы снимались, допустим, вот про «Территорию» мы говорим, вы снимались, съемки были очень сложные. Я беседовал тяжелые, 3 года с продюсером, да, и в общем, в очень жестких бытовых условиях, там было холодно. Вас драли северные медведи там. Ну, да, я не была там. Вы в экспедициях не участвовали? Там же, ну, ваша героиня, по-моему, общается там в каких-то северных интерьерах. Это снималось... В павильонах, и это была обратная проблема. Вот это было обманка. Очень жарко, душно, потно. Было невыносимо. Я думаю, не менее тяжело. Ага, вот он обман, киноман. Я был уверен, что вы всю эту горькую чашу выпили вместе с группой. Но вопрос не об этом. А для вас существенно вообще, вот, ну, допустим, про «Территорию» говорим. Да. Вы интересуетесь сборами фильма, как он идет, как его смотрят? Или вас интересует только отзывы коллег, критиков и профессионалов? Да, почему-то меня не интересуют сборы. Не интересуют меня сборы, нет. А мнение Сергея Юрьевича, он высказался, ваш супруг, допустим? Конечно, это вот главное для меня, отзыв супруга, прям это самое волнительное. Ему понравилось? Да. Будем считать, что это главное, что ему понравилось. Вам понравился? Он прелестный. Котик. Заберите Алису, я боюсь ее... Элис? Элис, да. Элис оставить здесь, потому что она такая шустрая, что мы потом не найдем, мне кажется. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».